Принципиальная схема номер два. Тоже некая скамья, сиденье, горизонтальная плоскость из доски. Нога аналогична этому проекту. Она тоже может ходить вверх-вниз, в зависимости от поверхности. Как мы отсюда видим, мы не видим, точнее, никаких шпилек, крепежа. То есть смысл продолжается. Но только здесь разница в чем, что ставятся две балки по краям. На них крепятся ленты. Ноги и балки чермет. Крепление досок, полоса из нержавеющей стали. И она крепится между балками. Точнее, сам щит собирается при помощи этих полос. Она может быть, конечно, слегка под, ну, с ребром, с небольшим. Можно, вот здесь специальное отверстие есть, которое позволяет ее вручную согнуть. То есть собираем щит этими лентами и сгибаем. Здесь 4 доски, можно в 6, 8, можно создавать необходимую геометрию. Здесь просто сделано под ягодицы. То есть вот этот эффект, да? Ну и далее, она же, только доски можно размещать поперек изделия. Кстати, ее можно сделать и круглую. Здесь также можно сделать профиля сразу с этими зубами. Точно такой же ритм. Ну, то есть 8, там, тире 12, 8. Ну, то есть они получаются на две доски по одному шипу. То есть мы прижимаем к одному шипу. Ну, как в первом видео. Доски короткие. Можно также сделать сразу. То есть, если это было бы оцинкованное, можно было бы сразу просто сделать все это с шипами. А если это крашеное железо, то лучше, конечно, сделать ноги, балки, сами крепления. То есть, сделать полосу наподобие вот этой, только ну, под линию, и уже закрепить эту полосу. Ну, преимущество, кстати, вот этой данной системы как бы очевидно, да? Что можно еще управлять геометрией сидения. Ну, также и можно поднять вверх. То есть можно четко антропометрию, ну, все разработать как положено.